Привет, друзья, что сегодня сулят звезды? Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Овен. Сегодня звезды не рекомендуют вам заниматься различного рода активной деятельностью, так как это может закончиться финансовыми потерями. Также вам стоит тщательно обдумывать каждое свое решение. Скорее всего, во второй половине дня вам следует ожидать скандал или ссору с близким человеком. Телец. Благоприятный день для решения проблем, которые вы каждый раз оставляли в далеком ящике. Наибольшего успеха вам принесет различного рода коллективная деятельность. Близкие вам люди помогут вам, окажут ту самую такую нужную поддержку. Близнецы. Неблагоприятный день для близнецов. Есть вероятность того, что сегодня вас ожидают различного рода материальные проблемы. Звезды советуют вам обращаться за помощью к вашим друзьям и близким людям. Они способны поддержать в трудную минуту. Ближе к вечеру, вероятно, вы почувствуете усталость и неудовлетворение от проделанной работы. Рак. Ракам следует быть готовыми к неожиданному улучшению материального положения. Полученные деньги помогут исправить ряд проблем. Скорее всего, вас ожидают изменения в личной жизни. Лев. Львов сегодня ожидает приятная встреча или хорошее известие. Лаконичность и осмотрительность в общении помогут вам добиться поставленной цели. Звезды рекомендуют вам посвятить день общению с близким человеком, домашним хлопотам и индивидуальному творчеству. Дева. Звезды предостерегают вас от проведения различного рода путешествий и поездок. Лучше всего будет заняться саморазвитием, прослушиванием музыки или же чтением классики. Проведите весь день дома в кругу семьи. Ваши чувства приобретут яркую окраску и большую глубину. Весы. Хороший день для того, чтобы отойти от суеты и посвятить себя отдыху. Лучше всего будет провести его наедине с самим собой и проанализировать свои поступки последних дней. Тщательно обдумывайте свои решения, поспешность вам противопоказана. Скорпион. Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. Сегодня все проблемы вы будете решать с легкостью и без огромной траты времени. Риск и упорство в ведении дел приведут вас к незапланированной прибыли. Стрелец. Скорее всего, сегодня вас ожидает повышение уровня жизненного потенциала. Но тем не менее, во второй половине дня вас, вероятно, ожидает неприятное известие, которое испортит настроение. Козерог. Благоприятный день для обретения новых источников энергии. Также, скорее всего, сегодня вас ожидают различного рода финансовые проблемы. Ваша рассеянность и поспешность в решениях негативно повлияют на ваше служебное положение. Водолей. Двойственный день ожидает водолеев. Ваша неуверенность и рассеянность может стать причиной неудач в первой половине дня. В свою очередь, душевное равновесие и покой следует ожидать уже во второй. Существует вероятность неожиданных встреч со старыми друзьями, а также теплые душевные разговоры с близкими. Рыбы. Благоприятный день для отдыха и самовыражения. Скорее всего, сегодня вас ожидает счастье и хорошее настроение в течение всего дня. Не последнюю роль в этом сыграют дети. Заболевания, возникшие в этот день, не следует игнорировать. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.